Приветствую всех, дорогие мои зрители! Сегодня я поделюсь с вами, как же сделать флягу, фонарик, ручной фонарик, а также как сделать тактический фонарик. Что ж, для фляги мы берем бутылку с водой, обязательно чистой водой, и берем одну банку, пустую банку. Теперь в меню крафта мы это все добавляем, и у нас получается фляга. Так, что же теперь? Теперь у нас фонарик. Ручной фонарик, он, оказывается, светит куда более лучше, чем фонарик, который можно найти. Чтобы это доказать, я сейчас скрафчу фонарик. Для этого нам понадобится два металлолома и батарейки. Мы это все добавляем в меню крафта. И получаем hand lamp. Мы ее скрафтили. Теперь давайте проверим, действительно ли она такая светлая, как это говорят. Ух ты! А ведь действительно она светит намного лучше, чем самый обычный фонарик. Кстати, смотрите, какой у меня домик со стеклянными стенами. Шучу, просто я убрал деревянные стены, потому что хочу показать, может быть, в следующем видео, может быть, чуть-чуть позже, как сделать каменные стены. Да, действительно, фонарик реально крутой. Но на этом мы не закончим. У нас есть фонарик. Кстати, его можно отключать, по-моему, на буковку N. Нет, на N у нас отключается все-таки фонарик на голове, который на каске светит. Так, у нас есть фонарик, и нам нужно теперь два скотча. Мы берем фонарик. Добавляем его в меню крафта. А также к нему мы добавляем скотч. И мы получаем тактический фонарик. Крафтим. Давайте прицепим его к чему-нибудь. Например, мы прицепим его к Тимбервульфу. К самой мощной и самой дальнозоркой винтовке в данной игре. Ну что ж, теперь у нас есть просто суперская винтовка, с которой можно стрелять на убой во всех и не беспокоиться, что вас застанет темнота врасплох. Ну что ж, дорогие друзья, на этом видео я заканчиваю. В следующем видео я могу рассказать вам о том, как же поставить стены, а именно каменные стены, или же как сделать не менее продвинутые ловушки. До скорых встреч, пока-пока!